Всем привет! Дорогие друзья, мы с вами, вернее всего, наш канал предложил продолжить конкурс на лучшую аватарку и что еще? Шапку. И шапку, чтобы сменить наше предыдущее одеяние на новое. Вот. В течение месяца мы предложили вам писать нам и присылать свои работы. Ссылка в описании. Вот. Но, вот, к сожалению, что-то активность ваша падает. Хотя, несмотря на то, что мы вам предложили, если вы нам пришлете хорошие работы, мы обязательно выберем что-нибудь, себя переоденем, а заодно победителей или, допустим, первых трех участников, которые у нас получат первое, второе, третье место, мы обязательно исполним их пожелания. Что-нибудь послушаем или их какие-то их любимые треки, или даже то, что они там сами напридумывают, споют и так далее. Так у нас было с Денчиком, да, Денчика мы помним все до сих пор. Вот. И многих других, которых мы слушали и исполняли, несмотря на то, нравится нам это или нет. Мне кажется, даже Денчик нам иногда пишет. Думаешь? Ну, как-то я где-то его что-то там подумала, что это он. Ну, не знаю. Вот. И, ну, вот на данный момент, то есть осталось до Нового года совсем чуть-чуть, и хотелось бы, чтобы вы все-таки были поактивнее и что-нибудь нам такое сотворили, чтобы мы сказали «Вау!» И у нас была очень красивая аватарка. Поэтому сегодня третья работа, две мы уже выложили, вернее всего, про две мы уже рассказали, и вот сегодня третья работа, которая у нас, то есть получается, если вы сейчас дальше не будете активными, то нам придется выбирать из этих трех, и, соответственно, эти три будут наши победители. Давайте все-таки поинтригуем немножко и накидаем еще нам десяток новых аватарок. Значит, Максим, кто? Скажи. Кирилл Устюжин. Да, Кирилл Устюжин прислал нам вот такую... Это что, аватарка? Да. Вот такую аватарку. То есть мы предлагали вам всем, чтобы вы обязательно указали лук, потому что, мама, что, наше дело на кухне будет? Ну, так вы считаете. А мы вот тут вот вместо того, чтобы готовить семье ужин, сидим тут вот перед камерой и изгаляемся. Вот, ну, соответственно, пожелания были выполнены, лук присутствует, Чиполлино, сказка, теперь она читается как политическая сказка. Как в моем детстве она была просто сказкой, но сейчас она немножко выглядит, это самое, как протест. Вот, я, конечно, не знаю, зачем тут фонарики, но даже тут вот, смотри, я знаю, зачем тут фонарики. Ты видишь, тут это экологическое. Это экологическое. Да, да. Тут как бы много экологии. Не знаю, к чему это, но все-таки это есть. Вот. Ну, в принципе, интересный подход. И вот эти буковки я тоже всегда просила, чтобы у меня были какие-то интересные буковки, и они имеются. Но так как я забыла предыдущие уже картинки, ну и специально мы их сравнивать не стали, чтобы потом, вот сразу после Нового года, собраться и с вами вместе выбрать победителя. Вот. Поэтому у вас еще есть время. Давайте, сейчас мы посмотрим следующий. Кто? Где шапка? Куда? Куда давить? Направо жми. Направо. Где право? Это пробел. Где право? Ты с компьютером в полжизни работаешь. Вон право кнопочка. Ты имеешь в виду вот это? Где? Где право? Нафига? Ну, в общем, короче, путешествие Чиполлино в наш край, я поняла. А значит, здесь у нас получается все тот же Чиполлино идет в какой-то город под названием Ветвидный. Ну, в общем, короче, друзья мои, ну вот, собственно, мы показали вам всех наших участников, их всего трое, нам мало, мы хотим больше, поэтому я надеюсь, что вы поучаствуете. У вас еще неделя. У вас еще есть целая неделя. И будет вам всем счастье. Мы исполним обязательно пожелания всех участников. Всем пока.